Об умельце Федоре Карпухине каждый знает в его поселке. И не потому, что так принято в любой деревне. Просто дом Федора Федоровича сразу бросается в глаза. Резные ставни на окнах этого дома появились с легкой руки бывшего работника спиртзавода, а ныне пенсионера Федора Карпухина. Это он заселил Волково героями сказок. Грифоны и невиданные птицы облюбовали не только жилище мастера, но даже будку его пса. Но главная гордость мастера – копии православных церквей. Есть даже свой храм Христа Спасителя. Запад вперед сделал, что в Москве его делать. Каждое бревнышко для своих работ Карпухин вытачивает из липы. Изделия из нее не рассыхаются, говорит мастер. Когда на собственном доме уже пустого места не осталось, резчик задумался о самом, как он сам говорит, грандиозном проекте своей жизни. Решил создать мельницу. Я как-то, мне понравилось, я думаю, дай сделаю. Над воссозданием мельницы, на которой резвился еще мальцом Федор Федорович, трудится третий год. Закончить не удается. Я делал сюда двигатель, вот. Ну, не пошло что-то, не пошло. Двигатель помощнее нужен, примерно с полкиловатта, прикинул Карпухин. И, видимо, уже присмотрел себе такой. К Новому году мастер обещает это сооружение довести до ума. Затягивать с делом Федор Федорович не хочет. Односельчанам волковский левша уже пообещал устроить свою персональную выставку.